Ребята, всем привет! Сегодня я снимаю новогодний влог. Не сам, а с человеком, который мне подарит в этом году iPhone. И, кстати, я покажу все, что происходит в классе накануне праздника. Погнали со мной! У меня сегодня такое классное настроение. Так жду праздника. Я уже все новогодние фильмы пересмотрела. Кстати. Ну как я тебе? Класс, тебе очень идет. А у меня тоже кое-что есть. Ну как тебе? Очень по-новогоднему. Я так уже не могу дождаться, когда будет Новый год. Хоу-хоу-хоу! Дед Мороза ждали? Ну как я вам? Ждали-ждали. А ты подарочки нам принес? Да, дедуль, что у тебя там за подарочки для нас? Давай показывай. Не, девочки, в этом году вы подарки не получите, потому что плохо себя вели. А вот Никита молодец. Я ему принес целый мешок подарков. Берите с него пример. Ладно, Никит, а серьезно, ты принес какие-то гирлянды, чтобы украсить класс? Конечно, принес. И не только гирлянды. А вы что-то принесли? Конечно, принесли. Мы же договаривались. У меня есть бантики, елочные игрушки и такая же гирлянда, как у тебя. Ксюш, а ты что принесла? А я принесла две гирлянды. Слушайте, ну если все это вместе собрать, то получится очень даже красиво. А еще мне сегодня утром Илюша звонил и сказал, что он для нас готовит что-то грандиозное. Ксюш, ты случайно не знаешь, что он уже задумал? Честно, понятия не имею, но я очень надеюсь, что он не испортит нам праздник. Я тоже на это очень надеюсь. Ладно, давайте лучше наряжать класс. Thank you.
стой здесь, никуда не уходи. Ребят, всем привет! Поздоровайте! Вы что, нарядили весь класс без меня? Ну да, тебя же где-то носит. И где же твой грандиозный сюрприз? Понятно. Вы обиделись, что я вам не помог украсить? Ну ничего, сейчас обрадуетесь. Ну что, пойдем знакомиться? Знакомьтесь, это Деда Клаус. Деда Клаус? Может, Санта Клаус? Да какая разница, кто это? Посмотри, какой он классный. Офигеть. Праздник к нам приходит. Класс, Илюша, где ты его взял? Я шел в школу и увидел его возле кафе. Такого грустного, одинокого. Я подумал, что ему холодно. Вот и решил его взять в класс погреться. Во-первых, он не настоящий, а во-вторых, ему не может быть холодно, потому что он живет на Северном полюсе. А в-третьих, получается, ты его украл? Минуточку, не украл, а взял на время. К тому же, я сегодня вечером его верну. Его обязательно нужно вернуть. Обещаю, я его после урока верну. Ну раз мы все решили, то давайте не будем терять времени и с ним пофоткаемся. Говоримся 20-21. Раз... 2-3, 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
дела. Просто не ожидала его увидеть на проходе. Ребят, это вы что, все сами украсили? Да, это мы все сами. Нам очень хотелось новогоднего настроения. Какие же вы у меня молодцы! А я вам пришла сказать, что у нас сегодня последняя контрольная работа в этом семестре. Ну нет, пожалуйста! Сергеевна! Ну вот вам и новогоднее настроение. Да ладно, шучу! Уроков сегодня не будет! Ура! Стойте, стойте, не переключайтесь! Ребят, мы хотим поздравить вас с наступающим, а для кого-то уже наступившим Новым годом. Пусть этот год для вас будет ярким и позитивным, а теплые события согревают вас. С Новым годом! Желаю счастья вам и вашей семье, и хорошего настроения, а также чаще улыбайтесь. До встречи! Дорогие друзья, скажу вам по секрету, моя мечта в новом году – это 1 миллион подписчиков на нашем канале. И я верю, что она сбудется. А также я верю, что ваши мечты. Ребят, подскажите. Мечты. Сбудутся. Ну, короче, вы меня поняли. С Новым годом! Желаю, чтобы все плохое осталось в прошлом году, а в новом году только самое хорошее. С Новым годом! Обращаюсь именно к тебе. Поздравлять я, конечно, не умею, но скажу банально. Желаю крепкого здоровья и удачи в этом году. Увидимся на канале. С Новым годом! С Новым годом!